Лови, сука, рыбка большая и маленькая. Блять, не рыбный день сегодня. Уже с 9 утра сидим на этой протоке на Пензенской, блять. Ни хера не клюет. Седьмая лунка, восьмая, то есть. Пошла. Кошмар какой-то. Вот такая вот рыбалка. Мать ее видеть. Ничего. Мы сегодня поймаем большую. Вот с такими глазами. Пойдем к рыбакам сходим. Как они? Какая лунка по счету? Восьмая. Восьмая. С какими глазами? Покажи. Глаза какие? Как кулак мой. Да? Во! Тело! Во! Давай, Леха, долби. Мастер по льду. Он хорошо лед выучил, знает. Короче, скульптор ледяных фигур, да? Да, да, да. Скульптор пробивки льда. Да. Кучка рыбачков-неудачников вон там. Мы пошли другим путем. У нас вон от берега восьмая луночка. Бьем по периметру. Долбани, Леша. На тебе. Сейчас щука. Выпрыгнет. У нас мастер по льду, точно. А ты мастер чего, Бобо? Я по ловле. Молодец. Да. Ловля чего? Льда из лунки? Водки. Ловля рыбы. Леша. Рыбы сегодня всего. Посмотри. Поймали два сазана. Мозг красный или нет? Два сазана, одну ауку. Ну и что делать, сосед? Рыбу не ловится. Ну ладно. Все, до связи. Пока-пока.